Ну, четыре вот этих после фразы, да? Да. Уши и хвост отрубить не мешает. Вот давайте это гонять. Все убираем, только последний дубль. Да. Я, в принципе, вот давайте так работать. Будем оставлять там два дубля, скажем. Да. Ну да. На выбор. Да. Там, кто против ветра лает. Ага, да, поехали. Да. Тем, кто против ветра лает. Отлично. Надо дубль будем делать? Да. Давай послушаем, погоди. Просто впечатление мне нужно. Ну что, хорошо работаем. Я это делаю с удовольствием. Народ надо делать. Ну я в образе, нет? Кто ты? Теперь ты тень! Призрак из подземелья! Вот сейчас, кстати, даже поглавнее, может, было, нет? Давайте еще разочек послушаем. Какой, второй? Да, второй. Я выжил в битвах за гроб Господень, значит, Господу я угоден. Он и теперь направляет мой меч. Вот это поглавнее, по-моему, нет? А что там? Там ничего, что я... Опомнись, воспеты святою землей, принявший свой крест для чужого страдания. Пусть дым костров заставит слезиться глаза. Да. Оставляем. Что, все? Все хорошо. Отлично. Ну, тебе самому как? Ну, можно лучше, конечно. Ну, может быть, еще разок тогда? Лучше враг хорошего.